Четвертый год подряд компания «Сургутнефтегаз» накануне Международного дня семьи провела целый марафон мероприятий, участниками которых стали работники подразделения акционерного общества и члены их семей. За финальным этапом и награждением наблюдала наша съемочная группа. Такой конкурс компании «Сургутнефтегаз» проводится впервые. Структурные подразделения сделали своего рода видеоотчет, в котором были представлены фото и видео с проведенного ранее марафона, мероприятий внутри подразделений. Итак, уместно молодцы организаторы. Вот продумали вот этот сюжет, даже начать вот этот наш праздник, посвященный семье, вот этим номером. Ну и если так говорить, то самое главное и самая ответственная ячейка – это семья в обществе. Если нет семьи, не будет никакого общества. После награждения концертную программу продолжили выступления лауреатов конкурса «Чудо-чадо Сургутнефтегаза». Юные таланты в очередной раз доказали, что достойны такого почетного звания. Далее организаторы праздника устроили мини-конкурс для детей и их родителей под названием «Я и моя семья». Участникам предлагалась шуточная ситуация, в которой дети и их родители поменялись местами. Семье Лакодименко, к примеру, такие конкурсы помогают быть дружнее. Ну, в основном, да, в семейных всех праздниках участвуем. Ну, и сегодня пытаемся тоже поучаствовать. Это нам помогает, объединяет нашу семью. Что-то новое. Проверяем свои силы. Марафон, организованный Советом женщин акционерного общества, состоял из сотни мероприятий. Выставки семейного творчества, конкурсы детского рисунка и спортивные состязания. В них приняло участие 41 структурное подразделение. Если сравнить цифры прошлого года и позапрошлого, позапрошлому мы где-то насчитывали буквально 20 мероприятий. В прошлом году их уже было 100, а вот в этом 133. Также не забыли про льготную категорию семей, то есть обследовали их условия. Это, допустим, многодетные или одинокие семьи. И те, кто нуждался в помощи, выделили материальную помощь. Марафон мероприятий, посвященных Дню семьи, окончен. А победителем конкурса «Я и моя семья» стала семья Мухамедьяровых. А дружная семья Лакодименко заняла почетное второе место. Алена Милина, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север».